есть что вспомнить, потому что мы являемся патриотами своей страны. Мы хотим иметь продолжение, чтобы наш род помнил те памятные даты, которые произошли много лет назад. И мы стараемся передать нашим детям. Мне очень приятно смотреть на ветеранов, вспоминать их подвиг, великий подвиг, как они спасали нашу родину. Очень приятно их поздравлять, дарить что-то. Смотрите на их тоже радостные лица. У меня воевали дедушка, оба деда с обеих сторон и погибли. И поэтому для меня это вообще святой праздник. И я всегда с внуком прихожу сюда, с детьми приходила. И вот теперь с внуком прихожу всегда на празднование, на площадь. Поэтому это очень великий праздник для нас. Именно благодаря этому мы живем. Мы родились на белый свет. Если бы не было этого, этой победы, нас бы не было просто.